Девочки, настраиваем, говорю, это сюда, а это сюда. А я сюда, галопом. Девочки, всем здравствуйте. Всем привет, всем и гостям зарубежным, и местным, и всем. Девочки, сегодня у меня день. Сынулечка. Готовлю ему сейчас покушать, бо кушать умирает. Пока скупились. Девочки, как все дорого. Ёкалы-малы. Вроде смотришь 100, там 150, да? А начинаешь, а на кассе выходят тысячи. Вроде смотришь, где акция какая, где лишнего ничего не берешь. Муки взяли 2 пакета, думаю, пока... Ну, чтоб привезти. Он говорит, мамка, давай, что тяжелое тебе надо. Я говорю, ну, муки он сколько? Это 1 пакет. Положил 2. Сахар надо, я говорю. Да есть. Положил сахар. Вот. Ну, а я навыбирала такого овощей. Вот. Какого? То, что надо. Морковки, капусты. Морковочка говняненькая, выбрала меленькой. Ну ничего, я ее сразу всю вот там мочалкой перечищу. Вот, и будет то, что надо. Девочки, взяла, как всегда, вот эту, ну вы поняли, куриная. Дик, ты хватаешь и хватаешь, а малышку что? Малышочек, на тебе. Бо кидаешь, а Дик сразу на лету. А малыш только на него смотрит и удивляется. Думает, нифига себе, как он уже умеет делать. Девочки, родные мои. Сегодня я уже знаю, какое число. Девочки, ну вот так вот, видите, баки уже такие затурканы. Он как сегодня 2 женщины писали. 3 часа ночи, не спят, сна нету, девочки. А я им отвечала, а я сижу в ванной. Потому что летели то ракеты, то шахеды. И отвечала, я тоже. В 4:30 зашла в спальню. Уже зашла в ванну, ночь была на улице, а вышла божий день. Хорошо, живем. Не надо мне писать там, сколько мы живем, сколько вот это мне одна и та же песня не нужна. История все потом расскажет и покажет. Я это все знаю, мне вот это не надо. Я вам просто говорю свою жизнь сейчас. И я в шоке от кругом, если бы такое происходило. Кругом. Так что, кто захочет мне что-то писать там, пожалуйста, сразу не пишите. Я это все знаю. Я больше живу новостями, чем чем-то. Хотя, вы знаете, девочки, всю жизнь жила новостями, прежде всего. Я всегда знала, где что происходит. Где горе, где беда, где радости. Во всех странах. Девочки, делаю отбивнушки в сухариках. Ну, что дитё попросило, то и делаю. Так, лук. Крупный патрон. Девочки, родные мои, поздравляю вас всех, деточек, с Днем защиты детей. Чтоб только дети наши не знали никакого горя. Чтоб не испытали то, что мы по жизни всю жизнь испытывали. Чтоб никакой нужды не было. Девочки, нужда будет, если... Работать не буду. Правильно? Правильно. Вот. Чтоб у них было все самое лучшее, чем мы прожили. А, наверное, девочки, по теперешним меркам мы, наверное, лучше прожили жизнь, чем наши дети сейчас живут. Что они кушают? Ой, девочки, все, глаза сейчас повылазят. Лук же молодой. Девочки, лук подешевел, слава богу. И в Арусе, и в этом, скажите. Ну, картошки зато. Нормальная вот этой египетской не было. А зато старая очень хорошая. То ж держали, пока пойдет уже молодая. Взяла, выбрала. 3 килограмма. Девочки, глаза сейчас
Ой, кошмар. Он же еще молодой, он ядреный такой. Девочки, так что все, шоп. Девочки, я закрытыми глазами работаю. Я ёх. Глаза вылазят. Сейчас я их сразу. Сейчас я, девочки, приготовила маленькую сковородочку. На маленькой буду отбивные сделаю. А на большой картошечки пожарю. Салатик, клубники взяли. Огурцы есть, Оля вчера принесла огурцы. Девочки, она вчера так вляпалась. Ну как, не вляпалась, а как положено. Ей дала, ну, свои выращивает в теплицах, в чаде. Не знаю, девочки. Мы с ней вчера думали, родничок это или не родничок. Ну, дали как родничок. Ну, а на вид... Ну, в общем, короче, родничок. Вот. Продали ей по 50 гривен килограмм. Я деньги отдала. Бедной Оле. Она посадила шкинзу с укропом. Рядочек, девочки, в сапку шириной. И как все ей сочувствуют. Ой! Ой! Как ей все посочувствовали, какая я сволочь. Олю заставила садить кинзу и укроп. Оля такая бедная. Зато разбогатела, гляньте, посадила, теперь урожай будет собирать. Мне он не надо. Я ей сдала землю в аренду, девочки. Сейчас я вам что-то скажу. Так, приправу какую? Да курки, правильно, девочки? Для борща. Для курки и чеснок. И лавровый листик. Девочки, пришла какая-то женщина сюда. Ну, к соседу к этому, что умер. Что черешня, вишня вот тут. Только что мы заходим, и она. Не, ну я не видела. Я собакам купила себе, девочка, опять мороженое сегодня, вот это по акции. Вот. И в машине сидела, кушала, живу. И, короче, когда Сашек мне зовет меня, возле, ну, он вытягивал кульки с машины. И показывает мне, а я не пойму, что. А потом подошла, он говорит, зашла. Какая-то женщина сюда. Ну, а я уже потом же пошла. Сюда сразу кульки занесли, чтобы не заносить коридорчик. Туда-сюда не тягаться с ними по ступенькам. Смотрю, туда уже пошла. Мне сейчас некогда спросить. Я думаю, она пришла, что-то будет, может, обрывать черешню и вишню. Я спрошу, кто это, и поговорю. Девочки, чесночок. И лучок, и чесночок. Сейчас как запахнет. Ой. Так, все. Чтоб вкусненько было. Так, это сюда. Лавровый листик. Девочки, я вообще-то сейчас на большой сковородке. Пока я буду чистить картошку, правильно? А оно все уже и пожарится. Что это же, они ж быстро. Пыры-пыры. В сухариках, ну, как положено еще. Девочки, подъезжали домой только что. Ну, домой старшему сыну. Купила там тоже мороженое, клубники завезла. Такое, что надо, то и завезла. Вот. Когда только отъехали от ИБ, на парапете, который мы в Вару съездили. В общем, покатались. Вот. Когда Виктор звонит. Ой, я взяла трубку. Говорю, шо, родич. Вот так ему. Он ха-ха-ха-ха, смеется сразу. А шо, говорит, не родич? Я говорю, это родич Горбузовый. Вот. Ну и все, то спросила, что ты там? Я говорю, капельница была. Лежу сейчас под капельницей, одной рукой капаю, а с другой звоню тебе. Гляньте, бумага какая, девочки. Ни ножом, ни руками. Зато пакет с мукой взяли на кассу, два пакета, аж такие же хуторок. И уже один кулек был снизу порванный, прям продырявленный. А сейчас хрен оторвешь. Так назад понес.
Ну, подошел, сказал охраннику, сынок. Мало ли, что люди возьмут, да, ну как сыпанется, потом уборщицы убирать. Я за вот это переживаю. Потом кому-кому уборщице достанется. С ума сходить над этой мукой. Так. Все. Сейчас картошку пока. Девочки, сухари. У Варус я покупаю. Они сами их мелят, тут из хлеба. Сам детенок попросил, говорит, мамка, я б покушала отбивную. Девочки, Олины яйца вчера она принесла. Сказала, двухжелтковые. Сейчас будем проверять. А ну-ка, открывайте глаза пошире. Сказала, двухжелтковые. Сейчас в мысочку. Сковородки уже нагрелись. А ну-ка, девчата, видно? Хе-хе-хе. Брехня. Девочки, брехня. А это? И тут брехня. Все. С яйцами получит, придет. Я же ее уничтожаю. Девочки. Два желтка в двух яйцах. В яйцах. Все как положено. Где она там видела два желтка? Она, наверное, просто подумала, раз крупный, то двухжелтковый. Так, все. Девочки, знаете, сколько, пока отбивные сделаешь, сколько посуды надо потом перемыть. Да? Девочки, взяла капусты, морковки, правда, выбрала, как мышиные хвосты. Ну, девочки, и не было. Вот, ну, как я люблю всегда брать, не было. Так, масло. Масло купила опять бутылку. Так, все. Все, мои дорогие, погнали. Так, надо, чтобы масло сейчас мгновенно. Так. Прям повдавливать хорошо надо вот это все. Чтоб оно... Колеса надо менять. Да ты на еще на зимних колесах. Но сегодня не получится, занятый. Девочки, он работает, они работают без выходных. Кому надо работать, тот работает без выходных. Ой, бедные дети, мы его отпуска имели. Он забыл, когда в отпуске был, девочки. Забыл, когда был в отпуске. Забыла дитина, когда в отпуске. Наверное, девочки, последний раз. Да, когда он только начал работать. Вот это первый отпуск его был, что мы в Одессу съездили все, и Миша. Ну, втроем. Вот. Это было, девочки, знаете, когда? Это было 11 лет тому назад. Ну, девочки, с 19 лет работает на этой работе, где он работает. На этой работе, где он работает. Так, девчоночки, извините, я сейчас быстренько отбивные накидаю, хорошо? Так. 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 Хочется ж побольше сухариков. Они такие вкусные в сухарях.
этой рукой в яйца. А то и только уже в сухари. Вот сейчас и так уже на балдажник. Яйца здоровенные, конечно, хорошие. Забыла деньги отдать. Девочки, сегодня отдам. Вчера вот за огурцы отдала ей 1000. Она, да не надо, девочки, ну что не надо? Я знаю, что это все с кассы деньги. Сразу я отдала. А за яйца сегодня отдам. Крышка где? Охренеть можно. А, крышка тут. Так, а стеклянные крышки? Дик, ты не видел? Не ваша работа. Я, девочки, всегда даю денежки. Вчера, ну, тоже Света дала расческу ту, помните? Ну, щетку для головы. Вот. И Оля ж пришла. А я не знаю, я снимала или я уже не снимала. И даю же, я говорю, на, щетка тебе. Я знала, что у нее нету. А она, девочки, пришла и зашла в домовичке, купила за 40 гривен себе расческу. Она же не знала. Ну, сказала, сегодня пойдет там домовичок, а ее там знают. Ну, они все там торгуют, кто друг друга все знают. Я говорю, пойди, хай возврат тебе сделают. Нафиг она тебе надо 40 гривен коту под хвост, когда я принесла хорошую расческу. Ну, сказала, что пойдет. Ну, я даже сегодня некогда, девочки, было. Во-первых, не спала целую ночь. Вот. И вот лежала утром, лежала. Думаю, ну что лежать, не спишь же все равно. Не сомкнешь глаз. Не спал ночь и глаз не сомкнешь. Вон сирена опять, блядь. Не как она уже надоела. Вот, блядь. Ай, блядь. Ночью мало было. Надо сейчас. Ну и все, то встала, кофе себе сделала. И покушала, девочки. 2 яйца пожарила без масла. Масло есть. Просто захотелось с другим маслом полить. Вы поняли, с каким. Вот тут уже кому-то же на нервы подействовало, что я ношусь со своим трюфельным маслом. Ой, блядь, текайте. Малышочек, текайте. Саша кушать хочет. Кушать хочет, ваш спаситель. Ваш спаситель кушать не хочет. Девочки, день рождения моему двоюродному брату. Я вам вчера говорила. Так, делаю больше. Так, все. Эти сейчас пожарю. Картошечки сейчас. Да, сейчас я ему штучки 4 картошинки ему хватит. Да, Викусечка. Хватит вашему Сашунечке. Так, сейчас тарелку прям буду чистить, так что без обсуждений. Мыть не буду. Девочки, лимон взяла. Я потом покажу, что я купила. Мне просто сейчас хочу пожарить картошечки, потом все сниму вам спокойно, когда буду капустные оладьи. Сегодня нажарю, девочки, целый вагон. Я бы тогда и покушала еще. Так я же вижу, что Оля не кушает, что ей домой хочется взять. Ну и все, все прекращается, вся еда. Сегодня нажарю целую кучугуру. Девочки, картошка я уже видела очень хорошая. Очень. Вот старая картошка, а очень хорошая. Не мою. Я помою потом хорошо.
Когда мою, когда не мою. Нема у меня сейчас тяги. Очень хорошая. Я сразу, он только сыпанул грузчик. А я сразу поняла, что... А новую я взяла, что мне жалко взять молодой картошки этой. Ну, вот этой египетской, что я все время беру. Вообще. И зеленая уже от того, что лежит на свету сколько. И там не и вял, ну, короче говоря. Конечно, я взяла птой. А вчера вот то, что я сварила, тоже старая я была картошечка. Вот. Целенькую я сварила. Девочки, какая вкусная. Мы с Олей всю съели. 5 картошин. Мы вот по 2,5 картошки и съели. С салом, с ребрышками, с теми. Вот. Ну, мы, конечно, все не доели. Но картошку всю доели. А ребрышки? А гамилки я ни одной не съела. Оля, по-моему, одну съела. Я нет. Ну, Оля забрала, что осталось. В один кулек сложила. А бульон этот остался. Девочка, у нас сегодня очень подорожал свет. Я не знаю. Очень. 2 раза. Это значит, свет подорожал 2 раза. Продукты в 2 раза подорожают. Сейчас так все подорожает. И так концы с концами люди сводят. А ну, кругом все на свету, правильно? Любое производство, свет, 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 свет. Вот и все. Четыре с копейками киловатт. Это капец. Ой, блядь. Так, картошка большая, 4 картошины и хватит. Столько деток шло, мы ехали на машине. Когда столько деточек, наверное, пособирали в школах, младшие классы. Я сыну говорю, глянь, лапочки идут какие. Все с шариками, куда-то их вели. Под сирены. Где-то, наверное, 3-4 класс, вот такие девочки и мальчики. Ну, наверное, где-то какие-то сборы. Ой, Господи. Малышочек, ты как всегда разлегся, моя куколка. Все, девочки, помыла. Ой, девочки, а пахнет. Ой. Ой, как пахнет. Лучок, чесночок. Девочки, так пахнут, когда вот так вот лучок, чесночок и сухари. А где? А, вот. Я уже... Девочки, я в хорошем настроении, но...
что вот это... Как же пожарить ему? Соломкой. Что девочки ночами. Я говорю, я когда устаю, мне спать не хочется, как есть, вырубаются от усталости. Нет, у меня такого нету. Ну, полежать бы спокойно хотелось. А не получилось. Сегодня моему двоюродному брату 45 лет. Я позже позвоню не ему. У меня его телефон когда-то был, девочки, я удалила. Во. Так надо было. Ой, господи, тоже мой дядя бедный. Один сын девочки. Пропахать начальником самоварного цеха. Потом завод, когда закрыли, у него было свое производство, штамповали колодки для машин. Вот. И сына туда брал. Ну, нету человека тяги, нет до работы. Не учиться, не робить, вы поняли? Один сын, ну, такое вот. Тоже непонятно, кто прав, кто виноват. Дядя мой тоже. Одними матами с ним всю жизнь разговаривал. Я вот так была, как послушала, раз как он еще на заводе с ним разговаривал. Так? Я бы таких папаш до детей бы не допускала. Когда дитё будет бояться, одними матами с папой разговаривает. Ну, а сейчас он матами, наверное, разговаривает. Да сейчас у них отношений нету, я знаю. А мама, как мама, клеит душа. Так, все, гляньте, как... А, вот еще. Тоже все для него. Он с моей Мишей и в садик в одну группу ходили, и в один класс ходили в школу, 37-ю у нас тут. Девочки, не отбивные, а золото. Все-таки с этих окорочковых частей лучше, чем с филе вот от ирса сухие. А эти сейчас будут то, что надо. Я сейчас, девочки, эти пожарю на этой сковородке. Но мне надо уже жарить картошечку. А это тоже еще минут 15 будет на этой. Ну, в этой. А это долго. Сейчас я на этой. Так, все, девчонки, это убираю. Наверное, туда уже слышно в дом. Оно сейчас и по всей улице запах. Так, все, выкладываю.
Вот это сколько скушает, остальные заставлю забрать. Мне так не годится. Мне не надо оставлять. Вы меня уже извините, девочки. Прошу прощения, что я сейчас сяду. Сейчас картошечка будет жариться. А потом отнесу покушать и эту соседку, кто пришел. Пойду. Позову-то поговорю. Интересно, будет обрывать что-то или пришла просто на разведку? Это если его жена, то ей тоже где-то уже под 60. Она что, на дерево залезет, девочки? Я вас умоляю. Это я не знаю, надо какой гимнасткой быть, чтобы 60 лет залезть на дерево. Не, ну может и есть. Но я не залезу уже. Во-первых, колени болят. Какое дерево? Когда колени колом. Девочки, самая вкусная еда, да, жареная картошечка и отбивные в сухариках. Девочки, клубничку взяли возле себя там. Сегодня аж две машины приехали. Ну, люди свои привезли, свою клубнику. Вот это мы взяли по 100 гривен. Где-то 2600 последнюю. Она только с машины поставила. Такой, такие тетка и дядька наших годов где-то. Ну вот. Вот, девочки, вот эти огурчики, что Оля вчера принесла. По 50 гривен за... Ну, родничок, ну, как за 5. Ну, ничего. Он продают их по 150. Ровненькие. Девочки, какая разница, какой они ровненькие, неровненькие. Мы вчера и салат не делали. Напополам с солью и сидели. Просто так ели. У меня тут две отбивные остались. Так, мучичка пригодится. На что-нибудь еще, да, обмакнуть. Муки купили. Так что все есть. Взяла, девочки, еще риса взяла. Делюкс. И взяла цена в пакет. Так, а в чем же... Дитині зробити салатик. В тарілки. Я, наверное, зроблю в тарілки, а переложу в салатничку. Правильно? Правильно. Щоб помішати удобно було. Как раз ту целенькую спішую. Тарелки перемешаю. Девочки, жопки сладенькие.
Не-не, родничок. Я по вкусу слышу. Но я родничок садить не буду, девочки. Его только в теплицах надо. Это раньше оно росло, сейчас нет. Я садила, Оля психанула, что я их посадила. Урожая почти не было. А пустые, девочки. Видите, гляньте. Перелаживать. Я в этой тарелочке им дам прямо. Да. Чтоб побольше было. Так, помидорки где у меня тут? Ой. Не тут. А где же они? Тут. И тут нет. Он где же помидоры? О. Колбаса. А где же я три помидорчика брала? Сметана. Рис. Девочки, взяла кусочек мыла хозяйственного. Сейчас туда отнесу. Сметана, лук, рис, морковка. Тюх. Наверное, там. А так вы туда кульки не носили. А я не знаю, где. Девочки, не знаю, где помидоры делись. Мы туда не заносили сумки. Мы сразу сюда пришли. Ой, бляха-муха. Новости. Дик, малыш, где помидоры? Не, ну вы представляете? Наверное, там в моей сумке остались. Так я вроде все выложила. Ну вот, хлеб. Ну, огурцы это вчерашние. Три помидора, девочки. Где-то в канализации уже. Все, нема. Ой, господи. Прямо же интересно, паста, вот лимон тут. Нет, это уже не смешно. Если бы туда сумки заносили в коридор, то могли бы там выложиться на стол. А также мы сюда их принесли. Потом я все со своей сумочки выложила и... Пошла, переоделась и сумку повесила на ручку на двери. Девочки, какая у нас жара. Ой. Там женщина мне одна написала, у нас первый день лета, температура 0 градусов. Ой. Дайте нам. Как вот туда, у одних холодно, а у других вот такое вот невыносимо. Мы в машину как сели, он же пришел, дитё, дома час, наверное, мы с ним. Потом я начала собираться. А вот сели в машину. Ужас, девочки. Я говорю, сына, бегом включай кондиционер, потому что сейчас сразу может сердце остановиться, буквально 5 секунд, и человек в такой жаре может умереть. Вот так нагревается на солнце. Девочки, нема, ну я же не сумасшедшая.
клубника вот я поставила сюда, колбаса он. Нема. Все есть, а три помидора нету. Девочки, посыплю приправкой для картошки картошку. Попробуем, что оно будет. На вид красиво, девочки. Очень даже красиво. Цибульку вот эту что отбивную туда покрышу. Тут помидоры. О, господи. Мамаша помидоры потеряла. Ну, я постучу. Сейчас придет. Ой, муха. Прямо интересно. Я ж купила. На кассе были, я помню, три помидора. Кошмар. Где Куся? Где помидоры? И это можно сойти с ума. Ну. Малыш, где помидоры? Сыночек, а где помидоры? Ты не знаешь, лапочка? А? Ну, я ж покупала три помидора. Где? Нету, лапочка. Нет. А в сумке моей нема, а ну глянь. На дверях сумка. Может, Миша кинула в кулек. Так я ему купила баночку консервированных, попросил. Такой я вот тут, черт пишу. Аж смешно. Нема, ну значит Миша кинула в его кулек. Все, сынулечка, сейчас картошку уже. Паста томатная есть. Вторая баночка. Так, все, сейчас. Уже все готово. Малышочек, чего вы пачкаете? Оля вчера дико кусил, между прочим. От радости. Не специально, а то игрался с ней, когда она пришла. И прямо аж до крови. Она вот там села, где подушка. И он ее цапнул. Ой, сынулечка. Чай или воды хочешь? Да кинь сюда. А ну там положи, я потом уберу. То я же то так чай попью тут вечером, а потом прихожу на следующий день и прямо туда воду набираю. И ты знаешь, она кисленькая от лимона. Вот сколько не пью, все равно кислота идет. Лимон затянул на 23 гривны, ну хороший.
Вот так вот помидорчики чуть-чуть. Я могу у тебя капустки в огурчике, не? Ну, смотри сам. Все готово. Все готово, девчатка. Картошка пахнет этой приправкой. Наверное, красная, наверное, болгарский перец. Так, все, мешать уже не буду. Две отбивные дожариваются. А как же мне понести? Не знаю. А, придумала как. Так, девчонки, все, я понесла еду. Будьте здоровы, извините за все, если что, кого обидела.